Эльдарчик, чуть не опоздал. Привет, мы сегодня идем на фильм «Вызов» вместе с Эльдарчиком. Обрезал мне половину головы. Мы сегодня решили записать свои ожидания перед фильмом. Ну, как мы делали с «Матрицей». Смотрите про «Матрицу». Видос про «Матрицу», которую мы записывали. И не надо рассказать. Мы круто записали тогда все. Да-да-да. И мы все предвидели. А сейчас мы решили пойти на «Вызов», потому что почему? Потому что почему бы нет? А почему просто столько антихайпа вокруг этого фильма. Надо посмотреть, почему. Насколько они выкрутятся из этой ситуации. Я вообще ожидаю, что там будет какой-нибудь мета-комментарий по поводу того, какого хера они Пересильд с Шипенко отправили на орбиту, типа, вместо космонавтов, типа, чтобы они в фильме оправдали появление персонажа, типа, медика, которого нужно отправлять на станцию вместо обычного космонавта. Примерно так. Ну, они, видишь, видимо, заплатили бабла кучу. Нет. А, по фильму они тоже заплатят бабла, типа, нам нужно отправить в космос не космонавта, а Пересильд. Там доктор какой-то. Ну, так доктор какого-то. Нахера доктора какого-то отправлять? Вот, допустим, тебя зачем отправлять на МКС, если можно отправить космонавта, который выполнит твои же функции? Они должны это как-то обыграть в фильме, иначе будет бессмысленно. Ну, мы сегодня посмотрим. Оказывается, идет 3 часа. Блин. Ты не знал, что ли, об этом? Нет, я вроде смотрел 2.30. 2.50 он написано. Ну, ладно. Если устанем, пойдем. Я еще случайно взял это. И не вернул этот билет? Да, так он не возвращается. Понятно. Я, короче, взял случайно один лишний билет. Я думаю, этот фильм логично сравнивать с русским фильмом «Край космос». Есть два фильма. Ну. «Время первых», который более-менее нормально смотрится, и «Салют 7». Помнишь это? Истерика космонавтов, истерика, короче, это, в центре полетов. Все на истерике, везде истерика. Если не будет истерики, уже плюсик может поставить этому фильму. Если они объяснят, зачем отправлять неподготовленного человека в космос, тоже еще один плюсик. И вот с двумя плюсиками так и 2 балла и поставим. Надеюсь. А ты думаешь, хороший будет фильм? Я думаю, средний. Как максимум, средний фильм. Как супер русский фильм. А вдруг есть, короче, теория заговора, что там типа не снимали их? В космосе? Да. А просто на Земле все сняли? Да, да, да. Короче, по трейлеру, на самом деле, мне кадры с Земли понравились больше, которые на компьютерной графике типа основываются, типа, и не связаны с полетом. Но мы же... А в невесомости кадры очень скучные, реально. Вот ну, никакие. Если они это исправили, фильм... Так, а ты же не видел еще. Я трейлер смотрел. Ну, по а трейлеру я... я тебе говорю. Ну, трейлер не... я особо не смотрел, чтобы не спойлерить себе. Что там момент. Спойлер? Да, думаешь, нет? Да, я там спойлер в этом, в самом трейлере, короче, такие моменты, типа, а нам надо, а он выдержит, а сможем ли мы, а точно ли это надо, не знаю. Но уже делается. Но это классический трейлер. Да, российское кино классическое. Российский трейлер. Ну, да. Типа. Типа стандартный он трейлер. Он должен сделать ту-ту-ту-ту-ту. Но сможет ли он это сделать? Ту-т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 у
типа камера отлетает, и типа мы видим поля, поля, бескрайние поля. И эпичная мышечка. Первый фильм, снятый в космосе, написано. Первый фильм. Кстати, да, это неплохо, но ну, не хорошо. Это, кстати, не продажный обзор. Было бы круто, если бы был продажный. Кто тебе заплатит за это, да? Я наоборот, заплатил. Хотя у тебя 2000 подписчиков. Хотя я заплатил за это на 250 рублей больше, чем... Короче, вот он, спонсор, ребята, ребята, надеюсь, вы мне чем-нибудь отплатите, то, что я платил лишние бабки за это. Я пошел. Реально ради видео мы пошли на этот фильм, да? Да. Ты что, сюда жрать пришел или кино смотреть? Ты задолбал. Я хочу пиццу. Пиццу? Я хочу пиццу. Писать? Я хочу пиццу. Пиццу? Тут нет пиццы, это KFC. Информируем вас о правилах пожарной безопасности. Чего? В кинотеатре. Для обеспечения безопасности... Мы просто фильмчик не молодежь. Мы пришли, все, мы не можем разговаривать. Указанные пути, эвакуации, эвакуационные выходы и места расположения... Темно. Можем так, короче, разговаривать. В случае объявления об эвакуации... Говорить. Сохраняйте. Сразу не отходи отказ. Да, надеюсь, это звук нормальный, короче. Не, мы сейчас... Будем кушать и все расскажем. Вот эти нет, лица. Ну, сейчас просто расскажем, пока да нет. Ну, посмотрели. Ну что, Эльдар, мы посмотрели с тобой. Да, отлично посмотрели фильм. Фильм «Вызов». В общем, все затянуто. Все супер пафосное. Супер пафосное. Мы русские.
мы, у нас космос наш. Ну, возможно. Американо, вот, подождите. Вот американо, подождите, да, клевый момент, короче. Клевый момент, да. Там, если... Я долго думал, спойлер об этом. Нет, в комментарии, да, нет, вряд ли. Чувак заваривает кофе в автомате. И я сначала думал, что за американ? Ну, я думал, типа, просто... зачем американ просто там, типа, кофе, например, готовится? Я думал, просто там кадр, чтобы сменить. Американ, я думаю, да. Это же неспроста. Я сначала думал... Язык, очень сложный ребус, как же так? Американцы, подождите, так, американцы, американов, да, это, да, я сначала не догадался, вот Эльдар подсказал, я бы даже не понял. Ты даже голос орнул там на весь зал, вот это было смешно. В общем, сходу, наверное, скажу, что фильм в целом мне понравился. Да, вот. Я думал, целом, что он будет, да, средненький, но он даже, да, в принципе, в целом лучше среднего. 8 из 10, я бы, да, сказал. Да, космонавты там показаны нормально, нет истеричных психопатов и так далее. Истерика есть, короче, от персонажей, которые типа актеры, там в момент драмы максимального нагнетания, там как-то мне это показалось, как вот в этом, в каком-то сериале, короче, по России 24, вот, там персонажи, когда кричат, да я люблю тебя, даже, блин, вот голос такой же, короче, у персонажа, очень похож по интонации, вот, это минус. Так, что еще там, и мне все-таки... Они не объяснили, зачем отправлять, короче, вместо обычного космонавта, короче, которого нужно было рассказать, как делать операцию, отправили просто врача. Хотя бы могли бы сделать параллельно, типа, что готовится группа космонавтов, то есть их учат хирургии, чтобы они потом сделали операцию сами, без вовлечения врачей. И потом уже понимают, что, типа, нет, не получается, типа, космонавт не может оперировать так же, как хирург, соответственно, отправляют хирурга, и группа хирургов готовится на Земле и помогают этому персонажу справляться с их трудностями. А тут получается в последний момент, там, ну это спойлер немножко, это один только врач догадывается смс-ку написать, типа, ну слушай, а там можно использовать крючок, чтобы это все вылечить пациента. Ну, все затянули, все супер пафосно, да. Все, конечно, в художественных вот этих целях, ну, упростили. Ну да, но в принципе не раздражает. Вот человек, который, да, для человека, который знает, как работает МКС, как работает вообще. Мы интересуемся с Эльдаром этим, всей космической темой, всеми полетами. Часто смотрим запуски ракет. И как прикольно еще, что камео, короче, это космонавты. Типа. Да, камео космонавтов, да, показывают, да, типа это... Ну, так понятное там дело, они там снимались. И я как раз-таки смотрел вот этот запуск, когда они летели туда, и когда они приземлялись обратно. Смотрел вот эти, там были трансляции с этого, ну, с МКС, где они выходили на прямой эфир. Ну, короче, мы за это наблюдали тщательно. И было интересно посмотреть, что было. Ну, конечно, ожидания, которые они не оправдались, было, думали, обычный вот этот проходной русский фильм. Ну да, как «Салют-7», например. Вот его можно считать, в принципе, проходным. Ну такой... нет. Кстати, начало там как в этом, как в «Гравитации». Ну да. Прямо это завязку, есть, завязку сделали писали, в «Гравитации». Да, но, в принципе, в космосе что еще придумать особо нечего. Ну да, в принципе. Либо какая-то... Не, ну аппендицит можно было просто придумать. Аппендицит, он не ведет к чему-то такому, ты спустить можешь космонавта и пролечить уже здесь, а, просто закинуть. Ну, да, в принципе, тут тоже можно, антибиотиком закинул, короче, дексаметазон, типа, снял воспаление, отправил на землю, дальше разбирайтесь с камнем сами, как хотите. А если он разорвется в момент спуска, да, и там будет перитонит? Я открою тебе тайну, но космонавтам удаляют аппендицит, короче, ну, аппендикс, как да. и аппендика. Серьезно? Ну, стараются. Старается. Знаю, сейчас, наверное, нет, типа, обязаловки такой, в случае чего можно быстренько перевести, но раньше заставляли, сейчас, может быть, типа, как бы рекомендуем. Не, ну... Иначе не полетишь в космос. Если, а если посоветовать, то да, если... Я бы советовал, друзья, да, я бы посоветовал. Да. Я бы посоветовал, да. Я бы вам советую, ребята, сходить, посмотреть. Всем 2000 продажный обзор! Да. Продался. Но это не то, что я заплатил 250 рублей еще туда. Еще лишний. Да, и спонсор. Ну, мне даже не жалко было. Мне даже не жалко. Ну, а что 250 рублей?
принципе, если с заниженными ожиданиями идти, то вообще фильм... Да, если идти с заниженными ожиданиями, то... Я так, думал, что... средненький будет, если вы, нормальный. Если ни хрена не понимаешь кино и в космонавтике, то вообще зашибись. Да, там в целом все правдоподобно было показано. В целом, да, неплохо. Я думаю, дождемся еще обзора, где с медицинской, с космической точки зрения кто-то косяки найдет, но их не так много, на первый взгляд. То есть не сказать, что к чему-то есть, к чему придраться. Очень пафосные вот эти моменты, знаешь, вот эти... А, блин, с... Они стараются как в «Интерстеллар», короче, показать, типа, как да, да, да. Ну, просто супер упростили и даже вывели в будущее трансляции с МКС, из космоса, прям по ссылке через там, WhatsApp. Да, вот это тоже приколюх, конечно. Вот. По ссылке из WhatsApp чувак посмотрел. А, блин, еще прикольно, что они это продолжили тему с ангелами, типа, если ты увидишь там, типа, свет в космосе, кстати, это да. Ангелы. Такая вот была фигня в Салют 7. Там, нет, это на самом деле очень много где встречается. Да? Насчет... Там, типа, там много шуток есть и много юмора, типа, такого. Любителям Машкова, короче, его вот этого персонажа, типа, Гирю до пола дошла, короче, будут рады, потому что пару цитат он выдаст таких, типа, там, это, ну, шо, время ходить по-большому, пукать надо было раньше, или... А, то есть, если делать вывод, то получается удобно. Это такое немножко комедийное, супер драматичное, космическое история, которая могла бы быть в какой-то другой вселенной, в другой реальности, где там это, немножко преувеличили где-то, где-то что-то преуменьшили. Так что чувак, блин, курил, блин, постоянно да. там. Ну это нормально. В цупе, блин. Кстати, его не зацензурили, это хорошо. Точно. Помнишь, в «Матрице» зацензурили? Точно. Короче, почему, кстати, сигареты ничего не зацензурили? Вообще жесть. Потому что Первый канал. Они, видишь, могут, имеют право. Не, ну все, конечно, за Россию там было. Все за Россию. Ну, мы, конечно, все за Россию тоже. Ну да, в принципе, расцветка – это одежда пересилит. Белый, красный, синий. В принципе, цвета флага. А когда это было? Ну, когда он только прилетел. Типа. Ну да, там все символично. Да. Символичные вот эти всякие вещи. Прям откровенной пропаганды там нету, в принципе. Да. ФСБшные, КГБшные штуки тоже нету. Темы тоже нету никакой. Ничего такого нету. Прям, ну, там чисто вот... Вот американцы же делают... свои там вот эти... Скорее, ты знаешь, как агитка всякие... Роскосмоса, можно сказать, типа, чтобы показать космонавтику, типа, российскую. Американцы же делают всякие свои, там, загендерные, потом чернокожим и так далее. А тут у нас даже женщину не хотели брать, а тут потом взяли. Ну, конечно, вот этот тупой момент есть, где они взяли. То есть не за достижение, а просто тот чувак сказал, да не, я не полечу. Да, вот это... Вот первое... Я ссыкло. Возьмите ее. Было зашибись. А вот когда они вот этот момент, почему девчонку взяли, они вот это просто переживали, ну, не показывали. Ну, да. Просто как-то... Так, типа, быстренько скомкайте, как да, вы сделаете всё. И все. Ну, она полетит, все. Вот. Типа, она начала углубляться, не спрашивайте. Она начала вот это все выстраивать. Ну, да. Не спрашивайте. Они просто готовили к тому, что они полетят. Mm-hmm. А она начала вникать в процесс еще до того, как они начали готовиться. Ну, поэтому ее и взяли. И как более опытную. Да. Но в фильме это обыграли, что, типа, мужик отказался, типа сказал, что возьмите лучше ее, они за заслуги ее взяли. И типа Машков как бы сам своей головой что не думал, типа да. выбрать. Лучше бы типа сказали, что типа твои это размышления приняты к сведению, но, блин, я решу, кто полетит. Понял? Иди готовься, мразь. Вот так вот, Машков мог бы так сделать, типа. И тогда бы это объяснял, что типа это решение Машкова. Он посмотрел, что да, она справляется, он справляется. Она лучше знает, блин, и она не такая задиристая, как этот чувак. Летит она, все. Ну это как выбор. Объективно. Как выбор Гагарина был. А так типа нет, берите его, все, я даже сниматься не буду. Это как выбор Гагарина был. А, и спойлер от Роскосмоса, короче. То, что пересильд полетело, это все распиарили, типа да. испортили нам это. Да, ну, вот это. Если то, что там был персонаж, похожий на Гагарина, который говорил, я как Гагарин, типа я полечу. Постоянно говорил, поехали. Блин, вот и он не полетел. Если бы мы не знали, что она полетит, да. В смысле, главный герой там. Но с другой стороны, смотри, что нужно было, чтобы она то полетела. Было бы интереснее, кстати. Леш. Вопрос, кстати, стоило потратить столько денег, чтобы полетела актриса? Так что там говорить, если она даже на главном постере? Нет, ты не скажи. Нормально, что потратили кучу денег на то, чтобы полетела актриса, а не отряд космонавтов, а это снять вот, поведение? Честно говоря, непонятно, почему вот именно взяли женщину, если это русский фильм, чисто ну такой полупропагандистский, я бы сказал. За Россию. Пропаганда за Россию, короче, это было. Почему ее взяли женщину?
Вот это удивительно, конечно. Чтобы у нас в России взяли сильную женщину, как... Ну, мог бы Петров и полететь, как, но он не справился. Как Марвел. У него головокружение было на тренажерах. Ну да. Козловский отказался, потому что он сказал что-то там, он сказал из серии, что... Ну нахер, еще Петерий сказал, что... Никто не расслышал, что он сказал. Да-да-да. И он там на районе снимался рядом. Решили не трогать его. Наслаждение мы получили, там можем посмеяться и поплакать, да. Ребята, можете все что угодно сделать, и то, и другое. Ну, что насчет вам больше награждения нравится. Пересильд, короче, звездой Героя России и все такое, я, наверное, скорее нет. Сильно скорее нет, чем да. У себя, наверное, реально перерыл, это может быть. Да, это безусловно. И что еще? И что тратить огромные деньги на полет, ну, не космонавтов. Я не против, честно говоря, этого. Не, ну если проспонсировали, не... почему? Так что вы проспонсировали? Просто космонавты должны были стандартно поехать, отработать свою задачу и вернуться. Их сместили на полгода вперед. Ну и что страшного, полгода подождут. Снять фильм такой, ты чего надо было? Первый в космосе, ребята, первый в космосе. Ну, это да. Первый в космосе, Эльдар, ты понимаешь? Это да. Просто стоило ли снимать в космосе, потому что сценками, которые требовали съемки, кстати, в космосе, да. Наверное, да, можно было сделать. Как в Аполлоне 13, можно было на вот этом тренажере. Так ты понимаешь, снимать. Я бы даже за чьи заслуги хотели дать Оскар Топ Ган Мэверик за то, что они снимали это все в кабине пилота. А тут можно было дать Оскар за то, что они были на МКС и снимали именно на МКС. Ну, мы просто в тишине посидим без Филипчика, и все будет хорошо. Ну как с точки зрения медицины тебе? С точки зрения медицины? Это что очень большая часть именно? Хороший вопрос. Я не знаю, какое оборудование могло быть на МКС, типа, и могли бы они сделать без полета в космос, типа, вот это, типа, зафиксировать пациента. Мой вариант, наверное, типа, можно было. То есть там сломанные ребра, ничего критичного. Можно было бы, типа, перемотать грудную клетку, зафиксировать так, чтобы не было болевого шока, обколоться всякими препаратами и спустить экстренно на землю. Скорее всего, это возможно и более реалистично, чем отправлять и готовить. Но в целом, почему бы нет, если там какое-то что-то прям экстраординарное, можно подготовить специалиста. Но это не так, что за две недели, типа, или за месяц готовить. Все-таки надо быстрее это... уже готового специалиста иметь, который с медицинским образованием. Так что надо идти просто к какому-нибудь медику. Вот, но в целом технически снято хорошо. То есть, ну, прям придраться не к чему. Графика компьютерная тоже смотрится хорошо. Да, графика неплохо. Но как раз таки из-за графики есть вопрос, а зачем лететь? Ну, вопрос, тут вопрос в другом, типа. Ну, типа, надо нужно было... было, чтобы мы первые американцы, чтобы подождали, мы... ну да. Да, американцы, да, подождут, что, вот все, так вот. Все, все. Как ты говоришь, Россия, Россия, все. Да. И к этому фильму, ну, к этому ролику не будет претензий. Мы все за Россию. По скрипту хочу посоветовать вот эту китайскую, новую китайскую историю в этом, в Гулливере. Цзао Ва лестница. Тогда за кружочек с палочкой, ва, да. И лестница. Короче, здесь я сколько не кушаю, все время огромные порции лапши, вот они прям под завязку забили. Вот я такого нигде больше не ел, чтобы под завязку просто забивали целую коробку. И вот смотрите, какие огромные порции. Тут да, есть еще очень крутой рамен, но которого сегодня не было. Его кладут в такую же большую, огромную тарелку, что, блин, там, не знаю, литр воды, наверное, налили. Потом, не знаю, килограмм макарон вместе с всякими... Вот это я понимаю, ряд порций, чтобы все вот эти с воками забегаловки так же делали. Да, так что всем пока.